Всем привет! Сегодня готовлю простой вкусный салат со шпротами. Этот салат легко и быстро готовится из простых продуктов, а получается потрясающе вкусно. Отличный вариант для праздничного стола. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Поехали! Лук нарезаем небольшой соломкой. Пересыпаем его в миску. Добавляем майонез и хорошо перемешиваем. Дальше нарезаем шпроты на небольшие кусочки. Яйца я уже заранее отварила. Отделяем белки от желтков. Белки натираем на крупной терке, а желтки оставим для украшения. Также на крупной терке натираем твердый сыр. В консервированный горошек добавляем майонез и хорошо перемешиваем. В последнюю очередь натираем желтки на мелкой терке. Формировать салат я буду в форме диаметром 16 сантиметров и первым слоем выкладываем лук. Следующим слоем выкладываем шпроты. Горошек. Белки. Смазываем майонезом. Дальше высыпаем сыр. Снова слой майонеза. Последним слоем высыпаем желтки и освобождаем салат от формы. Салат готов! Осталось его украсить, тут уже как кому нравится, и можно сразу подавать, так как этот салат не нуждается в пропитке. Очень вкусный салат, нежный, сочный, рекомендую попробовать. У меня на сегодня все. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, готовьте вкусно!